Вы Украина? Да. Южная Корея. А я, ну, я не знаю, тоже Украина. Спасибо. Ну, закрытых частей. То есть мы можем располагаться не только тут, а также и рассредоточиться по балконам, например, для поднятия антуража и других, ну, образов. То есть тут мы сейчас перебиваемся и продолжаем наш фотомитинг, соответственно, по нашему формату. Ну что, будет кто-то фотографировать? Да. Сюда посмотрите, мне не хватает, знаете, чего-то.
Что у нас самое главное в жизни? Самое главное в жизни – семья. Она как для каждой женщины. Спасибо. Спасибо тебе слово. Короче, здоровья вам, удачи и всего наилучшего. Спасибо. Спасибо. Как туда зашли с самого начала? Что-то да, но это вот так вот можно подрезать. Угу. А врач, а еще есть, да, посмотрите? Нет, там были разные. Чем чай? Травы. Только так. Скажите, какие? Здесь очень много разных. Ромашка, мята, роза, шалфей. Чебрец. Чебрец. Валерьянка. Что? Валерьянка. Нет, валерьянки нет. Ну, зверобой вы сказали. Зверобой, да, скорее всего, тоже есть.
Есть. Не играют? Обидно. Обидно. Миссис Смит, чуть-чуть поверни голову. Так, давайте закругляться, давайте сейчас общее фото и будем уже собираться. Время на исходе. Давайте. Я так понимаю, у нас есть три машины, в которые можно чисто теоретически влезть сколько? 7, 5, 5, ну, где-то 12-13 человек. Фото, кто будет ехать? Да, иду. Далеко не уходим. Всем спасибо.